показали вам новинку от издательства НСТ, большую новогоднюю книгу с объемными картинками, которая вышла в канун Нового года. Когда мы с коллегами задумывали создание этой книги, мы задали себе вопрос: а каким должен быть настоящий новогодний подарок? И решили, что прежде всего он должен быть красивым. Поэтому для нашей новогодней книги мы выбрали иллюстрации любимых, очень популярных российских художников Елены Алмазовой и Виталия Шварова. Во-вторых, подарок должен быть полезным. Поэтому в нашей книге только самые лучшие, самые любимые новогодние стихи и песенки, которые вы можете разучить со своими малышами в канун Нового года и рассказать на новогоднем празднике. Ну и в-третьих, какой подарок без сюрприза? И мы поместили в нашу книгу целых 2 сюрприза. На первом развороте и на последнем развороте нашей книжки. В этой книге есть еще одна особенность, о которой вы даже не догадываетесь. В наше время почти все интерактивные книги для детей произведены в Китае. А эта книга сделана не в Китае. Ее сделали в типографии «Аркол» в городе Ростов-на-Дону. И я сейчас приглашаю вас совершить виртуальную экскурсию в эту типографию и посмотреть, как делаются вот такие необычные детские книги. Поехали! Начнем с разметки нашего листа. Сначала нарисуем домик. Ширина нашего домика 80 мм, ширина фасадной стороны 50 мм, высота до крыши 90. Ну и здесь, видите, 50 мм – это высота стены. Это наша крыша. Ее размеры 90 мм на 120. По средней линии мы будем крышу сгибать. Это механизм, который будет поворачивать и удерживать крышу и помогать нашему домику складываться. Для нашей открытки важно соблюдать эти размеры, потому что если мы сделаем домик больше, то он просто не поместится в наш листок. Ну а если сделаем меньше, то будет домик маленький. Это наша ширма лес. Здесь тоже важно соблюдать размеры, иначе просто открытка не сложится, и контуры нашего леса будут выходить за края фигуры. Ширина нашего леса 210 мм, высота не больше 80 мм. Я вырезала детальки для нашей открытки заранее, для того, чтобы не отнимать ваше время. Вот у меня получился такой домик, крыша, механизм и лес. Обратите внимание, крыша у домика сейчас у меня с острыми краями. Я обрежу эти края, потому что если мы оставим острые края, они будут просто мешать нашей крыше складываться. Делаю края более округлыми. И сейчас покажу, для чего мне нужен макетный нож или скальпель. Если вы сделали лес вот таким ажурным, вам сложно будет вырезать вот эти контуры ножницами. Это очень неудобно проходить. Поэтому легче использовать макетный нож или вот такой вот скальпель. Я оставила вокруг изображения немного белого поля для того, чтобы картинка смотрелась более аккуратной, более объемной. Пока вырезаю, расскажу вам про тот инструмент, который используется для беговки. Я говорила о нем в начале. Это вот такой инструмент. Скульпторы пользуются им для создания своих скульптур, а мы его используем для того, чтобы сделать на бумаге сгиб. Полиграфисты называют такой сгиб беговкой. Сейчас вы увидите, на каких элементах у нас есть беговка. У вас такого инструмента наверняка дома нет, и вы можете просто воспользоваться ручкой, которая перестала писать. И у вас тоже получится четкий, хороший сгиб. Так, сейчас закончу вырезать елочки. И мы приступим к сборке нашей открытки. Видите, я стараюсь резать внутри
контура, для того, чтобы контур на открытке не остался. Тогда у елочек получаются вот такие аккуратные белые поля. Вы можете сделать картинку не на компьютере, как сделала я. Можете нарисовать ее карандашом и раскрасить вместе с детьми карандашами, красками или фломастерами. Получится очень живо и очень-очень по-детски. Итак, элементы готовы. Теперь мне нужно с помощью этого инструмента и с помощью линейки сделать сгибы, беговки. Вот это клеевые клапаны. С их помощью деталька будет склеиваться между собой и будет приклеиваться к бумаге. Прикладываю линейку по краю изображения и провожу своим инструментом. Кроме того, у меня есть беговочки вот тут, на стенках дома. Вы можете, конечно, согнуть руками, но если у вас плотная бумага, то это будет трудно и может получиться не совсем ровно. Вот смотрите, что вышло. Бумага легко сгибается, а домик получается абсолютно ровный. Эта деталька готова. Сделаю беговочки на ширмочке, клеевые клапаны и средняя беговка, которая будет помогать подниматься нашей детальке. Тоже готова. Примеряем. Серединка крыши. И вот эта вот деталька, которая будет нашим механизмом. Здесь беговочки к краям. Это клапаны, которые будут приклеиваться к стенкам домика. Один клапан мы выгнем в одну сторону, другой клапан в другую сторону. И верхние клеевые клапаны, к ним приклеится крыша. Для того, чтобы крыша поднялась, мы тоже один клапан загнем в одну сторону, другой в другую. Теперь подготовим основу. Как я уже говорила, это у меня обычный лист, а четвертый лист бумаги, достаточно плотный. Я просто хочу согнуть его пополам. Можно воспользоваться тоже моим инструментом, но это достаточно большой лист. Нужно просто ровненько согнуть его вот в такую открыточку. Готово. Прежде чем приклеивать наши элементы внутрь открытки, нам нужно, во-первых, собрать домик и, во-вторых, наклеить скотч на клеевые клапаны. Вот таким скотчем работать очень легко, потому что он, его можно рвать с помощью пальцев, а можно просто отрезать ножницами. Сейчас такой скотч можно купить в каждом магазине. Он клеится моментально. Кстати, в типографии тоже используют похожий скотч для того, чтобы ни при каких условиях изображение не съехало и очень чистенько было приклеено, чтобы не было никаких разводов, никаких пятен ненужных. Так, почти закончила подготовку. Домик, ширма. И нужно нанести скотч на наши клеевые клапаны для домика. Так. Один с одной стороны и на этот клапан с другой стороны. Приклеиваем скотч. Есть. Точно так же верхний. Один кусочек скотча с одной стороны. Подготовка закончена, теперь начинается волшебство. Итак, сначала склеиваем боковинку домика, снимаем бумажный слой со скотча. Если все аккуратно вы пробеговали, то у вас домик склеится прямо таки автоматически. Видите? Готов. Теперь нужно приклеить крышу. Снимаем скотч боковых клапанов и аккуратненько, вот здесь понадобится ваше мастерство, аккуратно
приклеиваем сначала к одной стороне крыши, а потом к другой стороне. Видите, какая аккуратная, кропотливая работа. Представьте себе, что мы сейчас делаем одну открытку. Женщины в типографии собирают тысячи таких книжек. Ну, конечно, не в смену, но все равно. Снимаем скотч с верхнего клапана. Домик почти готов. Разворачиваем и вклеиваем в крышу. Тоже немножечко понадобится сосредоточиться. Нужно попасть точно в сгиб, чтобы крыша получилась ровная. Приклеили, согнули и снова приклеили. Что у нас получилось? У нас получился домик, который может складываться в разные стороны и становиться плоским, как по волшебству. Ну, лес у нас готов, поэтому начинаем приклеивать. Начинаем собирать нашу открытку. Для того, чтобы делать фигуры, которые поднимаются и складываются, нам обязательно нужно использовать сгиб. В данном случае это центральный сгиб нашей открытки. И одна и вторая деталь нашей открытки должна обязательно перейти на одну и на вторую сторону. Только благодаря этому наши картинки смогут подняться. Итак, делаем разметку для домика. Смотрите, что получается. Нам нужно, когда мы приклеим домик, чтобы крыша ни в коем случае не выходила за края открытки. Иначе открытка будет некрасивой. Поэтому мы позиционируем крышу так, чтобы край крыши не выходил за вот эту линию, и ставим точку. Так как у нашего домика все углы в готовом виде 90 градусов, нам нужно приклеить вот этот клапан под углом 45 градусов к нашему сгибу. У меня сейчас нет с собой транспортира, поэтому я угол вот этот отмечу с помощью листика бумаги, согнутого под углом 45 градусов. Тоненько размечаем линию. Продолжаем эту линию немножечко вот сюда, для того, чтобы мы видели при приклейке. Потом эту линию можно будет стирательной резинкой убрать. Снимаем бумажный слой и аккуратненько позиционируем. Видите, я пускаю стенку домика ровно по нашей полосочке. Приклеиваем. С одной стороны домик приклеился. Снимаем скотч с этой стороны и просто закрываем открытку. Когда мы закроем открытку, второй клеевый клапан приклеится сам. И вот, смотрите, наш домик поднялся. Но не волшебство разве? Сложился, поднялся, сложился в абсолютно плоский лист и поднялся. Теперь приклеим за домиком новогодний лес. Лес я буду приклеивать вот сюда. Смотрите, здесь тоже нужно хорошо спозиционировать, чтобы он не вышел за края открытки. Наши клеевые клапаны будут сзади находиться, чтобы не портить нам картинку. Складываем и перекладываем вот сюда. Смотрите, так как у этой конструкции нет никаких углов, как у нашего домика, я могу приклеить лес и вот так, и вот так, и вот так. Угол, к которому будет приклеен лес, при этом изменится, но картинка все равно будет подниматься. Смотрите, я хочу вот от этого уголка отойти максимально, чтобы не упираться в домик, но чтобы при этом наша картинка не вышла за края. Ставлю точку здесь. Ставлю точку здесь. Отклеиваю скотч. Позиционирую. Нужно попасть прям вот в уголочек, вот в этот уголочек. Приклеиваем. Приклеиваем. Видите, клапанок наш остался сзади. Теперь мне нужно, чтобы вторая часть приклеилась вот сюда. Если я приклею неправильно, наша ширма сомнется и не получится красивой открытки. Поэтому я должна приклеить ее по принципу домика, то есть согнув открытку,
чтобы вот эта сторона не клеилась сюда. Я сниму скотч. И смотрите, что я сделаю. Я сгибаю открытку. Домик наш лег. А вот этот клапан просто пускаю параллельно первому клапану. И закрываю открытку. Приклеиваем. И смотрим, что получилось. Оп! И все получилось так, как мы хотели. Посмотрите. Складываем и раскладываем. Складываем и раскладываем. Ну разве не новогоднее чудо у нас получилось? По-моему, замечательная открытка. Вы можете дома не ограничиваться просто картинкой и лесом. Вы можете приклеить сюда снежинки. Можете написать поздравления для своих друзей. Можете приклеить мишуру и блестки. И, конечно же, подписать открытку, кому вы ее подарите. И поверьте, ваши друзья, ваши родственники, да и вы сами будете радоваться каждый раз, когда будете открытку открывать и будете видеть вот такое новогоднее чудо. Ну что, новогодняя открытка сделана. Новогодняя книга на полках магазинов ждет своих покупателей. Пап, мам, бабушек и дедушек, для того, чтобы стать чудесным подарком в новогоднюю ночь для наших маленьких друзей. А я с вами ненадолго прощаюсь. До новых встреч с новыми интересными книгами. Пока!